поехали. А я же на вспышку. Угу. Это очень большой. Ну и что мы не вспыхиваем? А сейчас давайте, смотри, давай лучше ему будем светить. А, точно же, фонарик есть, ё-моё. Давайте я сделаю здесь фонарик, а ты снимаешь. Отлично, отлично. Вот, прекрасно, прекрасно. Вот все приятно, круглый вот этот потолок. Ну тут, конечно же, вот всякие паучонки. Здесь старый кирпич хороший, да, лежит. А какого года дом? Плитка. Ну, Афонсо, ну, сабжки, да, это не оказа. Вот эти вот остались еще эти двери, эти фрамуги. Вот. Ну, мне приятно, что он... А туда дальше мы пойдем? Да, 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 здесь хорошая плиточка. 1800. А, понятно. То есть, значит, ваши, значит, не будут про ваши. Вот это красиво. Ага. Ага. А это мы идем дальше, это тоже считается этот же дом? Да, это туда, и где-то все принадлежит дом. Так, осторожно тут. Угу. Вот это опять кухня тут была. Да. Такая. Узнаешь брата Колю? А, да, да. Да. Вот так. Да, да, да. А тут каменная эта скульптура ванны. Чаша, да. Скульптура раковины натуральной величины. Кстати, а из одного куска все, да? Батюшки, смотрите, а эта ванна встроенная, облицованная мрамором изнутри. Да. Посмотри, посмотри, да? И она стоит во дворике. Да. Но это типа танк у них, как это, где вода накапливается. Да, это не говори, из этого outdoor shower. Конечно, конечно. Явно из этого надо делать. Да, да, да. Из этого реально делается outdoor bathroom. Слушай, а вот эта крыша, что она сломана, ее надо восстанавливать, как ты считаешь, Женя? А? Эту крышу надо восстанавливать или можно оставить открытую как такую? Хотите, это не как хотим. Потому что вот, например... Это на ваше усмотрение. Кто покупать и делать, как хочет. Понял. Вот.